улицу, на улицу. Там в деревне-то никого нету, вы открываете, смотрите. Да нам надо во входных расписаться потом. Расписаться, говорит, во входных надо. А вы поедете назад и остановитесь, мы еще будем здесь. А как вы данные посмотрите? А как счетчики посмотрите? У вас ключи есть? А, есть? Да? Все понял. Так он не везде. У нас вот на Скворечнике дома вообще находится у Игнатия Ильича. Прося, это, коленки не оголей. Сидишь. Юноша. Виталий, тебе комплимент сделали. Юноша назвали. Эй, а почему меня не взяли учить? Все, я обиделся. Ты уже вмеешь. Тебя мама уже просто научила. Ну, а я только третью забрал, этого мало. Я какое зеркало. Ну, все вот это зеркало, я зеркало. Так я специально, что ли? Я змею разговаривать на украинский мове. Я на коверкаю. Я на коверкаю. Собираем ягоды. А то поясни мне. Это нечестно. Почему дядю Толю взяли, а меня не взяли? Ты должен уже сам учить место, сколько ты в лагере находился. Ну, добрый, я его смогу потом изменить. Але воно мне пока что не потрібно. Тому я можу розмовляти на якісь інших. Я можу казати на українській мові якісь інші слова. Скажи мені, якісь слова, я тобі не розумію. Вам кто-то высыпал, вот. Владимир Ильич? Или сами? Фрося одну и Нестор одну. А, вон как. Садись давай рядом. Пройди сейчас. Получи его, дядя там. Впрочем, пять набрала, а он одну. Пятую набираем, не пять. Пятую набираем. Одни ягоды одновременно прибыли, все одно. Да учи меня тоже. Все время. Учитель, давай. Берешь и сдвигаешь. Башлык, сетка. Глянь на ее руки, на ее, гляди. Ставишь перед собой кружку? У нее более нежное тело, чем у тебя. Ты человек в футляре, как у Чехова. Гниешь изнутри. О, вон уже. Что ты пропускаешь-то? Вон ягоды, вон у тебя. Мы готовим подарок для бедных. От тебя ничего нет, ни ягодки. Не бери сейчас в рот-то ничего, лопай все время. Науди. Приглядывайся, как она берет. Как она раздвигает траву. Как двумя руками работает, а ты из руки в руку одну ягодку гоняешь, а которая в руки в рот. Так. Я. Нестор, ну ты чё? Белые. Тебя Фрося так не учила. Вон, двумя руками в рот тащит. Фрося, ты ему такой урок давала разве? Нет. Третья. С горкой, не с горкой, дядя Володь. С горкой. С горкой. Фрося, пятая? Пятая. Меня Фрося так учила. А там четыре, одну Владимир Ильич. Ну я же много набрал. Он даже глазом не моргнет. Ты моргнешь здесь нет. Фроси, учитель есть. А вон куск аренды, Игнатий Иванович. А? Куск аренды.
Там я рано еще, ничего нет, я с вами заходил. Заходили, да? Зеленая. Все понятно. Три ягодки черные, все. Она через месяц только будет готова. Ну ладно, слава богу за все. Крышка в машину. Вот, закончили. Слава богу, сегодня ягоды собрали. Клубнику. Ну-ка, отойдите. Идите, вставайте на молитву. Вот столько у нас ягод тут сейчас. Насобирали. Клубника крупная. Вообще хорошая. Набери эту ягодку, и все просто. Я тебя понимаю, ты хотела ягодку покушать по дороге. Господи, слава тебе. Благодарим тебя, милосердный создатель, за это место столь ягодное. Тихо, молитва идет. Не проди сирых вдов, одиноких, покинутых, слепых. Явим свое спасение и радость, которые мы имеем, а они удалены от этого. И твоим посещением возрадуй их. Какое чудное творение, все обдумано, все на пользу человека. Хвала тебе. И по подобию своему до сего дня все приносит пользу и красоту, которую человек до конца не может постигнуть. Тебе, Господи, слава. Тебе, Боже, хвала. Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, аминь. В машину. Кто ехал сюда? Садитесь. Иди, так, быстренько, Марина, где у меня Марина? Быстро садись. Так, на колени кто друг другу там садитесь, как? Тут никто не тронет вас. Тут ехать всего 3 километра. Мы пошли. Подождите. Подождите. Сережа, распределись. Залазь. Так вот. Может, со стороны маленько, может, кухонный работник кто-нибудь залезет? Марина там. Марина, возьмешь на колени? Никто не больной? Нет. Вы же не можете шевелить? Да. Ну давай. Владимир Пашенко, поехали. Все, поехали. Сегодня у нас 14 число. Или какое? Да, 14. Володя будет снимать-то, если что-то. Да, да, да. И ты мог бы снимать тоже выйти. На. Поставь рядом. И когда выйдешь, ты с другой стороны, где он будет, ты ни слова не говоря, становись, ну, с другой стороны. Слава вот Богу за все. Аллилуйя. Сегодня у нас 14 июля. Вот мы возвращаемся с ягод. Клубнику собирали. Там брат Сергей везет там маленьких, самых немощных. Собачки дом тут. Добрый день. Здравствуйте. Поехали. У нас саманы называется. Домик. За неделю где-то дождей нету. Вот. Дорога вылипла все. Ничего не надо, Сергей.